В Североказахстанской области началась вакцинация от гриппа. Получить прививку от вируса можно во всех городских и районных поликлиниках. Из областного бюджета на эти цели выделено около 48 миллионов тенге. Кто может пройти вакцинацию бесплатно, выясняла Ольга Загоруйко. В текущем году на закуп вакцины из областного бюджета выделили около 48 миллионов тенге. Приобрели 65 тысяч доз. Получить бесплатную прививку смогут некоторые категории североказахстанцев во всех поликлиниках области. Это медицинские работники, 8647 человек. Это беременные женщины во втором-третьем триместре, 1502 женщины. Это дети школ-интернатов, детских домов, 3417 человек. Также дети дома ребенка туда же входят. Особое внимание детям. К городской детской поликлинике относятся 23 тысячи детей. 6 тысяч из них получат уколы бесплатно, например, дети до года. Если на платной основе, то вакцина обойдется почти в 2000 тенге. Их завезут в поликлинике в ближайшее время. Последние годы на бесплатную вакцину могут рассчитывать и сотрудники крупных предприятий области. Последние годы очень хорошо работает в этом отношении железная дорога, Южноуральская железная дорога. Ежегодно выделяет деньги на закупку почти 2000, иногда более 2000 доз вакцины для того, чтобы привить своих работников. Департамент внутренних дел ежегодно прививает почти 1000. Вот патрульно-постовая служба, другие службы, которые задействованы в оперативных мероприятиях для того, чтобы в период подъема заболеваемости не было потери за счет заболевших. Как и в прошлом году, североказахстанцам будут ставить французскую вакцину «Ваксигрип». Она хорошо себя зарекомендовала. Вообще осложнений от них не бывает, вот сколько мы прививали. Иммунитет вырабатывается хороший, иммунитет вырабатывается, начинает вырабатываться в течение 2 недель. Значит, уже по истечении 2 недель фактически человек может быть защищен от гриппа. Причем защищен от всех трех типов вируса гриппа А1, А3 и типа Б. С начала октября вакцинацию прошли 5000 человек. Случаев гриппа пока не зарегистрировано. Ольга Загоруйко, Тимур Рахматуллин, новости МТРК.